Ночевка в Камышине. Всем привет подписчикам Видеодорог России, проживающим в Камышине. Сейчас немножко попью кофе и выдвинемся. Заночевал у города Камышин. Хорошее место, тихо, спокойно. Огромная территория. Асфальт, разметка, бетон. Кафе. Место очень хорошее, мне понравилось. Называется Прага гостиница, кафе гостиница Прага. Много гостиниц. Порадовало то, что информация по радио далеко распространяется, и я уже не волновался, когда услышал на трассе о том, что есть такое место. Толково объяснили, где находится, ничего искать не надо, прямо по ходу движения гостиница, кафе, стоянка, бар, все что будет, и заправка рядом. Много зазывал на трассе, в Ужгар подъезжал к Камышину. Ну, видно было, как девочки махали руками, приглашали. Вот. Но мне там... Вот. Но мне там не понравилось по той простой причине, что территория была раздолбанная, ухабы на ухабе, ямы. То есть... Площадка очень неровная, и площадка не подготовлена для стоянки. Комплекс или уютное кафе, круговая автомойка, сауна, гостиница. Мы находимся на месте Камышин со стороны Саратова. Правая сторона. Предоставляем официальные документы. В общем, мне очень понравилось то, что тут вот этот сервис, инфраструктура для водителей и как для больших грузов, для дальнобойщика, так и для маленьких машин. Хороший буфет после столовой. Вчера взял сметану, пирожок с повидлом. И как назвать-то? Забыл название. Курятина. На такой лежит треугольник. Запеченная там внутри курица. Я спрашиваю, что это? Я говорю, с чем это? Ну, думал, говядина там или что. С курятина. Мне послышалось шкурятина. Вот, я говорю, шкурятина. Ну, в общем, эту тему развел, постояли, посмеялись. С курятиной, говорили тогда. А я думал, что шкурятина. Так, солнце взошло. Глоток кофе. Время
время 6:33. И в путь. С Богом. Мне нравится то, что солнце сбоку. Гораздо интереснее, когда оно в спину. Выезд, конечно, дай Бог. Стоянка 150 рублей для маленькой машины. Вот автомойки есть, но пока рано автомойками пользоваться. Очень хорошо сделано то, что радиореклама, радиоинформация. Коротко, сжато, без размазывания. Под камышем на видеорегистраторе. На берегу реки Волга. С левой стороны мы сейчас, походу, видим красивый мост. Thank you.
окраина города. Люди еще спят. Вообще маршрут перестроен. Время-то 7:40 местное.
Я думаю, в интернете можно найти видео города Камышина с комментариями, профессиональными рассказами типа автогида. Далеко отъехали, а радио информация, радио реклама еще слышна. Прощаемся с городом Камышин. Всех благ, наилучшие пожелания жителям, добра, удачи, благополучия. И мы на федеральной трассе, по-моему. Еще раз желаю удачи жителям. Благополучие города. Это камера.
Шкурятиной, говорю. А я думал, что Шкурятина. Так, солнце взошло. Глоток кофе. Время 6:33. Солнце сбоку гораздо интереснее, когда оно в спину. Выезд, конечно, дай бог. Стоянка 150 рублей. Для маленькой машины. Тут автомойки есть, но это рано. Очень хорошо сделано то, что радиореклама, радиоинформация. Коротко, сжато, без размазывания. Под Камышем. На берегу реки Волга. С левой стороны он сейчас, походу, видим красивый мост.
выложил. Камеру немного подправлю. Это слишком низко опущено. Вообще нет. Время-то 7:40 местное. Можно было бы заехать на смотровую площадку и полюбоваться рекой и городом. Но получилось так, что проехал только по окраине. Поверните налево.
через 200 метров. Поверните налево. Ну, вот так вот краешком задел. Камыши. Красиво на правом берегу или с правой стороны. Холм такой большой. Гора и дома. Я думаю, в интернете можно найти видео города Камышина с комментариями профессиональными, рассказами, типа автогида. Далеко отъехали, а радио информация, когда будет реклама, еще уже еще слышно. Один второй будет, не переживай. Yeah.
так светило бы солнце постоянно сзади, сбоку хотя бы.
Нет, ну мне очень нравится то, что в Камышине вот такая инфраструктура для автомобилистов, для автотуристов, автопутешественников. Сколько проехал, сейчас я вот не могу как бы вспомнить такой город, вот как Камышин, где вот так вот развита инфраструктура. Вот Екатеринбургом, так там задолго до города начинается, и три медведя, по-моему, где я останавливался на ночевку. Но там все растянуто, вот гостиница и кафе, и все. А тут и заправки, и гостиница, и мойки. Весь набор необходимый для автопутешественника тут имеется.
Ну, дороги пока хорошие. Жаловаться грех. Ну где знак ограничения 50? Где? Это подсказывает Датакам 6 Макс. Впрочем, какая-то машинка стоит. Может быть, это скрытое патрулирование. Но ограничение 50 я не вижу. 528, примерно 700 километров, когда будет на дорожных столбах, километровых столбах. Мы будем уже... А я хорошо слышу. Отвечать.
вот одна камера стоит.